Новая реальность. Здорово всем, сегодня я, гость программы, то есть Пизанотроп, снова с вами. А это значит, что вы снова узнаете о какой-нибудь новинке. Сегодня я решил загрузить в своей рубрике игрушку Red Alert. Любители команды Конкура, будьте наготове, вас ждет отличный подарок. Игра идет аж на двух дисках, по диску на каждую сторону. Разработчики совершенно не изменили сюжетную линию, и интрига строится как на PC, на вполне правдоподобном конфликте между советскими коммунистами и свободным миром. Как и на PC, ученые похищают молодого Гитлера, а Сталину почему-то привело в голову захватить Европу, и с этого все началось. Игра прекрасно сбалансирована. Здесь и стратегия, и управление ресурсами, и оружие, и стрельба. Выбор оружия осуществляется из вполне реальных арсеналов, за редким исключением. Здесь винтовки, карабины, автоматы, гранатометы и базуки. Вам предстоит проникать на вражеские базы, скрывать от сторожевых собак, которые ушлют вас долго до того, как увидят врачей, воров и парашютистов. И дело этим не кончается. У обеих сторон совершенно различная техника. Помимо сражений легких, средних и тяжелых танков, идет жуткая борьба в воздухе, стреляются бомбы, летят ракеты, мчатся вертолет. Кстати, у советских войск авиация превосходит. А в море эсминцы, крейсера, подлодки и все кружат налево и направо. А на земле минные поля. Враги из железного занавеса, преследующие вас и пытающие обнаружить вас на место расположения лазерами и даже космическими спутниками. В общем, чего-то не ясно. Вам быстрее бы хотелось сыграть в эту игру. Ну и наконец-таки пришло время задавать вопрос. Вопрос. Какая самая слабая боевая единица у обеих сторон? А мне не получить диск от торгового дома Time, Shadow Master. Ну ладно, я пошел принимать ваши ответы и ждите меня на следующей неделе. Congratulations on earning this assignment, Commander.